5:05 Норрис. Ничего не понял, но очень интересно. Тархун — это, конечно, хорошо. Но вот вопрос, где Дима, беспокоит меня сейчас куда больше. Тебе пригодится. Подходи для таких, как... Жив еще? Ну и отлично. Ну что, дружище, как оно? Подходи. И как меня угораздило. Не задерживайся. Ну хорошо, оплачиваем их задание. Заинтересованным. А, вот и Дима. А я уже начал переживать. Так, судя по всему, отдохнуть на этот Новый год не получится. Собирайся, Дим. Рудольф Деда Мороза увидел. Мир со страхом.
смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Шел поляну с грибами, и тут не шел. А ты таскай на себе поехал. Да и тушен был, засушенную поменьше есть. Помогает Гэтам. Блин, так не смешно же. When we finally kiss goodnight. How I'll hate going out. All the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so. Вспомнил вот. Допрашивает как-то погонник матерого сталкерюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе... Позбивались тут в стаи. Ну, точно звери. Путешествие через Буран – занятие не из легких. Более того, Буран здесь крайне опасен, сродни выбросу. Но Дед Мороз и здесь нашел способ помочь нашим героям, сократив их путь до минимума. По прибытии наших героев Ван Дам уже достиг территории бара Столинген. Ну, вот и родной бар Столинген. А это у нас что получается? Финалочка? Как меня угорает. But that fire is delightful. Sit with no place to go. Хорош мне уже лекцию читать на Новый год. А то мои уши скоро высшее образование получат. And I brought lots of corn for popping. The light is way down low. So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. And we finally say goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight. Черт меня. Что ты тянешь, как бухгалтер с зарплатой?
Тебе сюда нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok.